Чувашии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Минстроя Республики. Его подозревают в подделке заключения соответствий домов в садовом районе Чебоксар требованиям и нормативам. По материалам прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, в июле прошлого года в Чебоксарах подозреваемый изготовил и подписал заведомо для себя подложное заключение о фактическом соответствии двух многоквартирных жилых домов, построенных в микрорайоне Садовом, требованиям проектной документации в части наличия в указанных домах лифтов, хотя лифты на тот момент в них установлены еще не были. На основании этих поддельных документов администрации столицы республики были выданы разрешения о вводе домов в эксплуатацию.